Свои эмоции, свой взгляд на окружающий мир. Но всех их объединяет одно. Границам земли родной безграничная любовь. Дорогие друзья, мы рады снова видеть вас в нашем уютном зале. Слышь, это кого ты здесь? Рад видеть! Молодой человек, так я же образно. И вообще, не плюйте семечки на сцену. Так я это образно! Ребят, вы вообще зачем на сцену вышли? А нам сказали, здесь будет битва факультетов! А мы такие мероприятия не пропускаем! Вообще-то у нас сегодня студенческая весна. О, так мы тоже хотим проставиться! Прославиться! Ну тогда попробуйте объявить первый танец. Запросто! Эх, лимончик, дожиганчик! Смотрим все веселый танчик! Красавец вообще, конечно! Thank you.
заманила жизнь тревожная, но однажды ранней осенью вдруг случится невозможное. Поля, реки, озера, луга, лифты, остановки, лестничные площадки. Ребят, ну так это же вы у нас во всем виноваты. А какие у нас в Белоруссии красивые девушки? О, тут я с тобой согласен. Вот только не красивые, а симпотные. Красивые. Не, симпотные. Дима, красивые. Ну ладно, пускай последнее слово будет за тобой. Вот, так уже гораздо лучше. Симпотные.
стать добрее, перевоспитаться. Вот попробуйте нормально объявить следующий номер. Давай. Слышь, кислый, а что такая запухла, круглая, с дыркой внутри? О! О, а что тут? Что тут написано? Авторская песня. А. Авторская песня! Черты бескрайнее небо! Нормально сказал? Не, ну репетировал, ну, конечно же, это видно, что я сразу репетировал. На небосходе тысячи десяток лет наблюдали люди, словно зрители. Они там видят свысока рождения и крах империи, в своих созвездиях блистающих очерчивать. Судьбы умеем мы, кому-то все и сразу подарит нас избою, а кто-то будет на руинах пирамиды строить. Ну так или иначе, себе свое отмерено, и надо брать от жизни все, что этим небом верено. Даже не стоит пытаться стеценивой мечтой. Можно без крыльев остаться. Слезы лица вытирая, ты видишь, что все же возможно. Небо коснуться руками и переставить нам слезы. А мы по-прежнему верим, что жить бесценная штука, и тратить попусту как-то мне эти сложные минуты. Так отражая во взгляде черты бескрайнего неба, оно прекрасно, как раньше его закаты рассветы. И под мелодии эти мечты касаются сердца, в голове мои мысли. Достать до неба суметь бы, достать до неба там звезды, поменять их листами, что в беспорядочном мире они нам путь освещали. До неба рукой достать, даже не стоит пытаться. А с птицами вместе летать, можно без крыльев остаться. Слезы с лица вытирая, верю, что все мне. Это пора любви и тепла, легкого головокружения и позитивного настроения. Пырышки, пупырышки, пырышки, классно. Ребята, вы уже всем порядком надоели. Ну тогда объявляй следующий номер сам! Дорогие друзья, следующий музыкальный номер нашей программы... Саша, они у нас лист украли. Вот! Дорогие друзья, следующий музыкальный номер нашей замечательной программы — танец «Весна». Я репетировал. Ну, видно, я репетировал. Же старался. Oh,
que pagar. Fui tan rico que el dinero me hizo desvariar. Camarera, que es un rato aquí, necesito hablar. Ahora preciso de un momento que me ayude a olvidar. Era mi reina, mi pasión, mi fantasía. Mi amante de dos caras, mi cielo, mi suelo. Se me va, bye, bye, mi colisina gana. Me llevo más solo que un desierto. Señor de las apariencias, he pringao como el que más. Me ha parado la vida en seco por una mujer. Se apoderó de mis secretos y me hizo enloquecer. Ella era mi reina, mi pasión, mi fantasía. Mi amante de dos caras, mi cielo, mi suelo. Se me va, bye, bye, mi picolísima anda. Ребят, да поймите, нашей стране нужна интеллигентная, воспитанная, креативная молодежь. А что значит креативная? Понимаешь, мы не забываем старое, но всегда создаем что-то новое, оригинальное, а главное, востребованное. А, так мало папки! Старый москвич! И он все еще востребованный! Ты что, он креативный? Ты ничего не понял. Посмотри следующий номер, и ты узнаешь, что значит креативность. Thank you.
Ты когда-нибудь любил? Я любил и люблю манную кашу. Что, удивил? Вот и следующий номер такой же удивительный и про любовь. Парить кофе, ждать любовь.
Понимаешь, это же студенчество. Только здесь я понял, что такое настоящие друзья. Общение, жизнь, драйв. Здесь жизнь кипит! Как чайник! Как чайник! И все люди, сидящие в этом зале, это же будущее. Будущее нашей страны! Кто приходит и заводит эти часы, словно наших дней возводит солнце на весы.
Беларусь, это моя радость, это грусть, это мой причал, добрая семья, самая любимая моя, это Беларусь.